Ну и казалось бы, все неплохо, жара, и вдруг бац, в нашем полку прибыло. Это еще одна из причин, почему мы сделали такую площадку, потому что мы теперь можем принимать фуру, которая здесь будет стоять и готовиться к этапу РДС. Вот так вот, ребятки. В общем, смотрите, как получается. Получается, что фура заняла не так и много места. Фактически еще можно 3 фуры сюда поставить. Сейчас будем здесь разгружаться. Ребятки, а пока у нас тут происходит разгрузка фуры дрифт-такси, на канале вышел видос про ралли, так что смахивайте, бегом смотреть, там интересно. Про ралли «Белые ночи» из Карелии. Дорогие друзья, это Тимон, и нахожусь я не где-нибудь, а в Карелии. Спят усталые игрушки. Готовимся к этапу в Питере, ребята. Во-первых, этап состоится, чтобы вы мне не писали. Так что не переживайте, этап в Питере будет. Дрифт-такси сейчас будут готовиться к гонке. Вот. Касперский будет удаляться и будет появляться, как вы уже поняли, конечно же, ВТБ. Надо. Тимон тут рассказывает, как ралли Карелия было. Щеглы. У меня прабабка в 45-м в Берлин автобус трезвый. Да. Погнали на спецучасток. Пока будем ехать, немножко расскажу про Карелию.